Трой хочет, чтобы я убил Ви-2 из Сент-Луиса. Черт! Давай, достань девчонку. Я заберу ее и посажу под усиленную охрану. Давай за ней. Воу! У нас проблемы, ребят. Мне нужно догнать эту машинку. Более того, не просто ее догнать, но еще и убить водителя частично. А у нас с вами все-таки не внедорожник. Ну, здесь у нее на рельсах преимущество. Эй, стой сейчас же! Ну так что, пристрелишь меня? Ты парень Троя, я знаю ваши методы. Все не так, я хочу помочь тебе. Хочешь помочь мне? Так возвращайся в чертов Детройт. Да стой же ты, дура, ё-моё. Так. Надо быстрее, пока не привлекли полицию. Твою ж налево, быстро выбираемся. Давай уже, ё-моё, дай ты мне тебя протаранить. Так-то лучше. Только чувствую, дальше будет только хуже. Так, у меня осталась минута, блин, мне надо ее побыстрее вывести. Какой-то там взрыв. Видимо, пиротехника. Назад, я сказала! Последнее предупреждение! А не то что, блин. Оу. Как-то я ее жестко вывел. Хотя нет, в принципе, на колеса приземлилась. Но машину мне жалко. Так. На 4 уровня. Угу. Одно очко навыков. Серебро. Давайте установим, почему нет. Наша машинка будет гонять получше. Так. Ну что ж. Сейчас осталось... Привет, Зои. Нужно увезти Милли из города, пока Трой ее не нашел. Хорошо, займи его. Я все сделаю. Я убил ее. Какое хладнокровие! Теперь, когда Ви-2 вне игры, мы можем захватить Детройт! Ищи на карте гонки, рекорды. Все, что поможет вломить парням из Сент-Луиса. Гонки и рекорды, значит, говоришь. Давай тогда в другую сторону нам ехать надо. Слушай, действовать надо быстро. Каков план? В этом районе проходят уличные гонки. Чем скорее Детройт начнет снимать скальпы, тем лучше. Да без проблем. Так. Быстренько едем. До гоночки. Главное, что полиция не обращает внимания, когда мы проезжаем на красный свет, например. Ей просто-напросто пофигу. Вот, собственно, до гонок мы таки добрались. Так, есть кто там? Ага. В нашей сессии нет игроков. Да, без проблем. Погоняем в одиночку. Так. Команду на трассу, вы теряете очки. Ага, 16 тысяч. Что на кону? Репутация и территория. Попробуй.
планов. За Детройт. Ну, за Детройт, так за Детройт. Не, ребят, вы, конечно, молодцы и все дела, но, блин, ну вас нафиг. Еще и на встречке гоняются, красавцы просто. Оу, тихо, тихо, тихо. Так. Надо будет придумать, как их сейчас объехать получше. Потому что двое-то сзади, но вот последний. С ним могут возникнуть проблемы. Так, пока там только ориентир. Скоро, я так понимаю, что будет уже финальный круг. В общем, надо догнать малыша, а потом его обогнать и, соответственно, вывести из игры. Ну, в данный момент я чуть пыль не глотанул. Так, ладно. Надо как-то поаккуратнее выезжать на дорогу, сказал я и выехал прям шикарнейшим образом прям в машину. Тихо, куда ж ты едешь, Деска? А малыш таки от нас здорово отрывается, скажу я вам. Надеешься, что оно даст возможность тебе проехать, а тут хрен в итоге. Газу, брат, финишная прямая. На кону. Репутация и территория. Попробуй. Порви этих болванов за Детройт. Так, вроде пока вырвался. Пускай, но не уверен, насколько так это будет держать надолго. Ли. Давай, бро, времени в обрез. Так. Ну, здесь вроде бы вписался, вот впишусь ли дальше. Угу. Вот об этом я и говорю. Ладно, так, надо прибавить газу, действительно. Что-то я как-то
Немного не вписываюсь. Оу, под фриз. Не вовремя, совсем не вовремя. Так. Черт, рано. Рано я повернул. Этот засранец тут же воспользовался ситуацией. Черт, эти парни шустрые. Или ты тормоз? Жму потихоньку, насколько могу. О-о-о. Автобус, мать твою! О-о-о. Собака, блин. Не время проигрывать. Да, вот именно там и сиди. Пускай глотают пыль. Так держать. Быстро, набираем скорость, не стоим на месте. Сложность, соответственно, высокая получается из-за того, что у меня более хреновая машина, чем у них. Тихо, я должен успеть. Иди нафиг, малой, блин. Я знаю, что ты хочешь. А! Мать твою. Final lap. Красу, брат, финишная прямая. А!